Доброе утро. У нас утро такое сегодня холодное, морозное утро, можно так сказать, ноль. У нас ноль, но после теплых погод, которые были, то ноль это вообще считается таким очень холодным утром. Вышли, как по привычке, одели теплый костюм, одели эту весеннюю, ну, осенне-весеннюю в куртку, в которой ходили, а оно так уже зябко, так как бы так прохладно, зимно, так сказать. Ну, дождя нет, сухо, и мороза не было. Это, ну, водичка нигде не позамерзала, но ноль. Такой холодный ветер. Такая у нас погода. Знаете, как закон подлости работает. Суббота. Проснулся ни свет ни заря, раньше, чем на работу. И лежишь. Ну, лично у меня так. Я не знаю, как у вас. И лежу. Кукую, можно так сказать. Все спят. Думаю, ну, кофе еще рано идти пить. Что вообще делать? Лежу. Все мысли передумала. На работу идти в под... С понедельника по пятницу глаза продрать не могу в то положенное время, в которое я обычно встаю и все как бы ну, в порядке. Ну, мы, конечно, уже поактивничали. Немного с утра уже съездили на рынок, нужно было скупиться. Скупились, нас сегодня пригласили в гости. В общем, немножко так скупились для стола, чтобы с собой взять. Там, куда нас пригласили, выставляются, мы так как бы на обед, знаете, пригласили на обед. Говорит, постоим у костра, пожарим эти крылышки и кашу сварим. Ну и мы что-то принесем, я пила там и нарезку, и посидим, пообедаем до вечера, так сказать. Ну, просто вообще встретимся, она пригласила в гости дочка моей крестной. Ну, мы так общаемся, как бы, дочка моей крестной. И крестная там же живет, и дочка, в общем, семья дочки. И мы, в общем, идем сегодня в гости. А сейчас приехали с рынка, покажу, что купили. Из покупок что купила? Купила скумбрию. Чеки нигде не брала, покажу так, по цене. Так, теперь купила вот такая вот колбаса харьковская. Раньше она называлась, ой, боже, московская, по-моему, она называлась таким сальцом. А это сейчас харьковская, 103 гривны получилась палка. Сырочек купила для нарезки. Купила вот такую вот грудинку. Называется балык салтовский со свинины. Вот такая для нарезки. И косичку сыра. Это все. Сейчас сделаем тарелку, нарезку колбасную. Теперь следующий пакет. Ясен Свит эти яйца. Сколько же они стоили? 56 гривен десяток. Так, кефир купила, бананы, туда возьмем оливки, это крабовые палочки, 73 гривны, ну вот такие вот, своя линия, это АТБ выпускает, полкилограмма, сделаем салат, сметана, так. Оливки купили вот такие. Эти я купила черные, в общем, и зеленые оливки. Тоже своя линия. Ну, мы пробовали, неплохие они. Нормальные. Купила одни туда, одни или с собой, ой, или домой, или уже будут стоять до Нового года. И купила эти, как их, мандарины. Ну, какие-то они у меня такого на цвет, как будто бы лимон. Ну, да, немножко светловатые. Покажу, как выбирала мандарины. Если вы умеете выбирать, если нет, то покажу. Чтобы мандарины любые были сладкие,
то они должны быть, вот когда пробуете так, под шкурочкой как бы должен играть воздух. Тогда мандарин считается поспевший и сладкий. Если мандарин... Так, где бы его такой найти? Ну, в общем-то, у меня все такие. Этот поярче мандарин. Немножко под шкурочкой должен играть воздух. Тогда мандарины считаются, не считаются, а это мы уже испробовали много раз, тогда они спелые. Когда мандарин вот сильно обнят так шкуркой, очень-очень сильно, гляньте, вообще прям, ну, желтые, как лимоны. Такие у нас какие-то в этом году мандарины. То тогда мандарины будут кислые. Вот, вот этот 100% будет кислый, как-то я его так выбирала. Но он очень обнят шкуркой, нету под ним, вот как играет, тут как бы придавливаешь, и, ну, свобода чувствуется между шкурочкой и мандарином. Тогда будет кисловатый. Гляньте, выбирала. Выбирала гнилой. Не, не гнилой, но вроде как подпорченный чуть-чуть, гнили нет. Так, и еще, знаете, есть вот такие мандарины, ну, в общем, как сладкие, конечно, будут, когда они вот такие вот приплюснутые мандарины, тогда они будут сладкие. А когда есть, ну, это не совсем, конечно, такой сорт, есть вот такой здесь прям вообще такой пыптык, вот такой вот сильно так выдутый, вот такой формы мандарины. Никогда не встречала, чтобы они были сладкие. Всегда стараюсь выбирать вот такие вот приплюснутые вот формы мандарины. Вот такие приплюснутые, тогда они получаются сладкие. Попробуйте, если, ну, если может, вы знаете, как выбирать. Вот видите, вот такие вот приплюснутые мандаринки. Тогда они сладкие. Если не знаете, как выбирать мандарины, то попробуйте мой способ. Никогда не подведет этот ваш способ, и мандарины будут всегда сладкие. Так, купили вот такое вот вино. Ну, уже покупали такое. Оно как Алазан. Ну, она и есть Алазанская долина. Такое неплохое, легенькое винцо. Или на Новый год оставлю, сейчас подумаем. Или домашнее с собой возьмем. Хлеб купили. И два огурца на салат. Огурцы по 78 гривен. Ну, такие вот сегодня покупки. А, забыла показать. Купили вот такие вот эти сухари. Нужно для салата с пекинской капустой, который с собой возьму. Ну и, ой, господи, майонез королевский смак 33 гривны. И еще зашли, вот это ж покупали рыбу. И купили в рыбном ремесле, стоит, был, в общем, в продаже, вот такой вот салат, называется пиратский. Здесь морепродукты, осьминоги, оливки, мидии, еще какие-то морские живности. Так, салат пиратский, 312 гривен, ой, 312 грамм. 187 гривен 20 копеек. Ну, в общем-то, попробуем. Попробуем. Тут, конечно, только попробовать, не то чтобы поесть, а только попробовать. Ну, попробуем чего-нибудь такого неполезного. Первое, что решила сделать, это нарезать колбасно-сырную тарелку. Люблю, когда все порезано тоненько, и еще когда колбаса режется вот так вот наискосок. И не люблю, когда большими кусками. Кусочек свининки вот этот оказался очень даже вкусным. Я его присмотрела. И на Новый год, наверное, тоже себе домой такой куплю. Покупала в Салтовском киоске. Вот такая тарелка получилась, очень аппетитная на вид. Упаковываю сейчас в пакет и с собой. Теперь приготовлю салат.
ингредиенты: небольшой кусочек колбаски или какого-нибудь мяска, пекинская капуста, кукуруза, зелень, огурец, майонез. Меленько, тоненько нарезать, ингредиенты все смешать и можно подавать к столу. Очень получается свежий, хороший салат. Вот знаете, такой, когда вот уже наелся за столом, но чего-нибудь хочется. Да, нужно баночку кукурузы. Я нарезала из всей пекинской капусты, которая у меня была, нарезала ее всю. Два огурца, чуть-чуть колбасы, как вы видели, баночку кукурузы. Теперь сюда нужно посолить майонезом. Можно добавить зелень, петрушку, укроп, кто любит. И все это перемешать майонезом, посолить. И засыпать сухарики. Вот я купила сметана с зеленью. И тогда получается, вот салат пустит немного воду, и эти сухарики будут как бы губкой, чтобы впитать, ну, эту, ну, сок салатный. Но я это не очень люблю, потому что вчерашний салат, ну, к примеру, когда он уже будет завтра, этот салат, то сухарики будут такие размоченные. Поэтому я вот сейчас все перемешаю. Отложу, сколько мне нужно салата, сколько я хочу взять с собой. И смешаю это все с майонезом и с сухариками. А тот, который нам, я переложу в более мелкую тарелочку, чтобы все поместилось. И не буду перемазывать этим майонезом, чтобы не дал сок. А уже перед подачей там на стол, то тогда отсыплю нужное количество. Или каждый, когда себе будет насыпать, то будет отсыпать нужное количество этого салата. И будет получаться, что у всех будет свежий салат и не вчерашний. То есть он будет стоять в вот таком вот виде в холодильнике. И когда будут себе уже насыпать майонезом и сухариками, то салат будет свежий. Я вот приловчилась еще в прошлом году такой способ. Ну, нам понравился. Все, получается, едят свежий салат, а не вчерашний, позавчерашний и перемащенный. Вот так вот у меня... В принципе, уже все готово. Вот так этот салат выглядит. Он уже я его уже перемешала, все вместе сложила, накрываю крышкой, и будет удобно его нести с собой. А этот салат остался, сейчас переложу в более маленький тазик и будем делать так, как я сказала. Ну и уже в конце приготовления почистила рыбу. Скумбрия соленая. Нарежу кусочками. И знаете, вот у нас получится такой вот прям обед по-домашнему. Мы собраны. Так, покажу. Здесь лежит скумбрия, оливки, салат и нарезка колбасная, колбаса, сыр. И это я взяла баночку арбуза, который я закрывала. Есть у меня рецепт на канале, очень вкусные, ей нравятся мои арбузы, говорит, возьми, пожалуйста, они у тебя очень вкусные, принеси, пожалуйста, я, говорит, о них просто мечтаю, несу твою мечту. В общем, осталось нам только одеться и идти. Пришли уже домой, Влада тут сидит и кает, говорит, я буду у тебя на фоне сидеть и кать, говорит, не хочу, я говорю, сиди, говорю, пообщаешься, ну ладно, мне кажется, ты уже специально, нет? Нет. Говорю, сиди, будешь и кать. Мы, в общем-то, пришли уже, посидели так, знаете, душевно, пообщались, ну, в общем-то, нужно себе иногда устраивать такие встречи с родственниками, обсудили темы.
такие интересующие всех, пообщались. В общем, узнали новости друг о друге. Ну и на том хорошо, пообедали. До вот мы пришли в 7 часов. На час ходили, постояли на улице возле костра, побеседовали, покуда там обжаривались, ну не шашлыки были, а вот крылышки, посидели, пообщались, в общем, все хорошо. Пообедали, всем пришли домой, домой всем пришли. И я сейчас вам покажу, что мы еще, как бы, чем нас наградили, когда мы уходили. Нас угощали там кашей полевой были, готовлена была на костре, стоит, остывает еще в баночке. С собой наложили, обратно мы уходили, бери, бери, нам много всего. В общем-то, и эти крылышки и бедрышки в медовом соусе, и вот это, в общем, когда жарили на решетке, то погорел мед. А так получились очень вкусные. Но это не сгоревшее, это просто обсмаленный мед, который горит, когда карамелизируется. Влада тут поикивает. Потом крестная у меня вяжет. Она связала крючком вот такие вот тапочки на меховой подошве. Это Владе она отдала. Такие, в общем-то, удобные, очень классные такие тапочки. Говорит, ножкам будет тепло. Отдала вот такие, как, знаете, крючком тоже вязаные, наверное. А может и не крючком, не знаю. Но знаю, что она вяжет крючком. Вот такие вот, как это были в детстве, назывались пинетки. Вот такие, ну, пару. Пара связанная, как раз Владен размер. Она одела, говорит, 37 размер. Очень, говорит, удобно будет ходить по дому. Подошевка такая черная. В общем, пришли с подарками. А еще нам отдали, сейчас нужно распаковать очень аккуратно. В преддверии Нового года. Гляньте, какой у меня будет настоящий Дед Мороз. Так не хочется его сильно и распаковывать. Его отдали на реставрацию мне, ну, в смысле, что потом оставишь себе, и он будет, отреставрируешь, и будет у тебя Дед Мороз. Он, конечно, больше сделан из папье-маше. Ну, попробую, в общем-то, что-то с ним сделать. Очень интересно. Ну, личико, в принципе, неплохо выглядит. Не сильно потертое, не затертое. Вот костюм. Ну, костюм это легко сделать. Сюда можно мех какой-то придумать. Не будет, конечно, такой блестящий. А сюда можно шубку сделать. Я думаю, что все получится. И очень будет красивый Дед Мороз. Так что мы пришли с вот такими подарками. Главное, что личико не испорчено. Очень даже хорошо выглядит. Его помыть. И будет хорошо смотреться. Ну, заменить мешок, палочку как бы. Вот здесь вот порвано. Но мне кажется, это вообще просто супер. Гляньте, какой еще прям советский Дед Мороз. Из, как сказали, самый настоящий. Нужно подготовить, чем его реставрировать. Сюда мешок. В принципе, идеи есть. Главное, чтобы было время. Поэтому, мне кажется, это вообще супер идея отреставрировать Деда Мороза, который будет стоять под елочкой. Конечно, как сказать. Влада говорит, что ей не особо понравился Дед Мороз. Говорит, это не очень интересно. Ну, может, конечно, уже и не интересно, так как она выросла, так как она взрослая и уже в Деда Мороза не верит, как самого, но подарки получать хочет. Так что тут хочешь верь, хочешь не верь, а подарки заказывать кому-то нужно. Но мне нравится. Если мы елочку ставим, пусть она у нас будет искусственная, то Деда Мороза как атрибут, конечно, тоже интересно поставить. Тем более Дед Мороз, гляньте, какой миленький и хорошенький, вообще ну, сам по себе добрый. В общем-то,
Мне очень нравится. Теперь главное найти время и отреставрировать его так, как нужно. И это будет просто интересно. И, в общем, я загорелась. Загорелась тем желанием, чтобы его отреставрировать. Посмотрим, что из этого получится. Пойду посмотрю идеи в интернете, как реставрируют Деда Мороза. В общем, надо набраться вдохновения. И так есть, но надо набраться немного идей. Ну, а мы на этом будем заканчивать свое видео. Я буду заканчивать. Влада тут у меня на кухне сидит, подикивает. Буду заканчивать свое видео. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю мира, добра. Всем пока. До встречи в новых видео.